В Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета состоялась выставка в честь работы известного венгерского реформатора. Вниманию зрителя представлена красочная экспозиция с насыщенными фотографиями, которые хорошо рассказывают о жизни Иштвана Сечени. На церемонии открытия выставки принял участие генеральный консул Венгрии в Казани. Господин Адам Штифтер отметил, что Казанский федеральный был выбран площадкой выставки не случайно. Более того, генеральный консул отметил пользу сотрудничества с университетом. У нас, конечно, с руководством КФУ очень тесное сотрудничество. Мы регулярно организуем различные конференции с участием венгерских и татарстанских ученых. У нас в октябре прошлого года состоялась конференция по поводу великого татарского поэта Аяза Гильязова, книгу которого вот буквально недавно переводили на венгерский язык, даже быстрее, чем на русский удалось этого делать. Особенно сильно привлекло внимание зрителей уникальное венгерское сооружение, которое, по общему признанию, является самым красивым зданием парламента во всей Европе. В парламенте создаются венгерские законы, настоящая находка для любителей искусства. Она уж точно стоит того, чтобы открыть его для себя. У нас сегодня выставка по зданию венгерского парламента, который тоже носит особый характер для венгров и, наверное, не только для венгров. Я считаю, что вот данную выставку будут очень высоко ценить в Татарстане, потому что вот здесь тоже очень высоко оцениваются вот те научные деятели, которые вот столько всего отдали на благо вот своего народа, своей родине. На выставке представлены архитектурные чертежи и фотографии многих венгерских зданий. Интересно даже то, что многие технические характеристики зданий имеют скрытый символический смысл. Открывать для себя культуру Венгрии значит дарить себе новые впечатления и небольшое визуальное приключение, которое предлагает совершить выставка Казанского федерального университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.